О, Спартак, ты-то мне и нужен, кстати. Слушай, вот надо эту штуковину посмотреть. Возможно ли ее реанимировать вообще или нет? Работает она? Что за штука? А тебе работает, что в ней сломано? Тоскам называется. Мультистудия. Смотришь? Ну, посмотреть можно. Можно ее сделать вообще, нет? Ну, до заключения я занимался праздной жизнью, так скажем. Здесь уже начал стремиться к чему-то. Срок, тем более, был большой впереди. На работу куда-то устроиться, чему-то научиться. Колония – это не просто клетка, это небольшое государство, в котором даже есть свой зоопарк. В зоне любая мелочь, события. Это единственный крокодил в мире, который живет в колонии. Не надо поганить чайную церемонию восточную. Чего только не приходится выслушивать администрации. Нужна, не поверите, телега. Вот бутылка, выход две. У нас идут выборы крокодила, имени крокодила. Есть пять вариантов имен. Из этих пяти надо выбрать, но вот такая хрень. Знаете, в зоне любая мелочь, события. Какие могут быть варианты имя крокодила? Корней. Все подумали. Да, Данди. Данди. Все смотрели фильм. Лакостик. Лакостик – это фирма Лакост. Символ у них крокодил. Да, что придумаем с Гаврилой? Гаврила. Имя Гаврила. Сиропчик. Имя Сиропчик. Дважды встретилась. Вот, я прошу вас очень серьезно отнестись к этому, потому что вот как мы крокодила назовем, так он и будет называться. А самое главное, эти имена прислали телезрители 4 канала. И то имя, которое вы выберете, мы созвонимся с человеком, который придумал это имя, и он придет здесь и в торжественной обстановке получит резного крокодила. Вот, голосовать можно только один раз. И по большинству голосов в сумме будет выбрано имя крокодила. Итак, по мере поступления кандидатов, как положено. Значит, Корней. За Корнея есть? Данди. Кто за Данди? Раз, два. Раз. Только чтобы не было стадного чувства. Лакостик. Да. Дальше, я думаю, дальше смысла нет. Да. Ну и все, за Сиропчика. Гаврилу, давайте для пропорта. Гаврила. Ноль. Сиропчик. Я тоже думал над именем крокодила. Хотел предложить свой вариант, но свой какой-то нормальный не придумал. Но мне почему-то больше нравился Сиропчик. Видимо, кто-то не голосовал. Да, наверное, я думаю, что... Ну что? Или ну что, Лакостик? Демократия. Значит, все, Лакостик. Значит, появился Лакостик. Спасибо. Всем спасибо. Спасибо. И вы знаете, я иногда вот такой вопрос себе задавала. Почему такое трепетное отношение осужденных к животным? И вот думаю, что, наверное, для многих из них это единственное существо, кому они доверяют. Пошли! Че мокрая такая? Ты где, с крокодилом шли? Крокодилом, ты смотри, сожрет тебя. Четвертый канал, он сегодня, в общем, на четвертом канале методом смс-голосования нам выбрали 5 имен. Сегодня парней собрали. Теперь ты у нас являешься единственным полноправным хозяином крокодила по имени Лакости. Да, зона порешала, так что выбор большинства.
Как его только не обзывали, а сейчас все. Среди осужденных проводился конкурс на выбор наиболее оригинального имени. Было просто голосование среди осужденных в колонии закончилось тем, что стали предлагаться настолько идиотские варианты, то что... Всякий карась. Лысый. Зеленый. Зеленый. Ну всяко. Просто у крокодила стали появляться, так скажем, тезки в колонии, и это многих не устроило. Лысый, да. Голубь, а принесли лечиться? И вообще по нашим понятиям тоже. Поймали его, здесь он больной, не летал. Ну, принесли. Сейчас уже более-менее. Крыльями махать начал. Потратил? Ну уж. Смотришь. Если он захочет, то лететь, Знаете, у всех имена как имена, Саша, Паша, Ваня, там, Алёша. А у меня как-то непонятно, Спартак единственный такой, знаете. Сюда вот давай, ко мне на рабочий стол. Что? Сюда давай вставь. Да, аппарат-то большой, конечно. Большой аппарат. Он еще и тяжелый, так. Здесь, ну, телевизорами, как видите, занимаюсь, ремонтирую технику, аппаратуру. Так скажем, неприхотливо к работе, лишь бы где-то как-то зацепиться за жизнь. О, вот, пожалуйста, репетируют опять. Ну, слушай, тут это не пятиминутное дело, надо это поработать с ним позже, надолго тут. Я считаю, что на воле, ну, вряд ли мне это пригодится, там все надо будет заново начинать. В принципе, сейчас на свободе же ведь никто так-то особо-то не ремонтирует технику, сломалась, покупают новую, что она там сейчас копейки стоит. Посмотри, если можешь что-то сделать, два сделаем, нет, так нет. Хорошо. Все, давай посмотрим. Ну, все. Я уже привык здесь, я уже здесь как дома за такое время уже адаптировался настолько, что я тут все уже. Даже я даже не представляю, как я на свободе жить буду. Нету места мне там. Я сейчас тебе рассказываю, вообще я даже сам не понимаю, что говорю. Мы где находимся? Все, все, что бы мы ни задумали, даже самую. Кажущийся, на первый взгляд, мелочь, нужно согласовывать. Цветаев Павел Иванович – это, безусловно, личность легендарная в истории нашей колонии. То есть именно Павел Иванович стоял у истоков создания нашей студии кабельного телевидения. Разрешите? Здравствуйте. И именно поэтому, когда у нас появились такие нестандартные, мягко говоря, запросы, мы пошли именно к Павлу Ивановичу. Но нам нужна, не поверите, телега. Ну, вот обычно вот эта вот телега, которая... Ну, которая с первой вахты всякие вещи возит. Ну да, там. Она вроде к пятому цеху прикреплена, насколько я понимаю. А стоит там где? Наша проблема разрешилась буквально в секунду. Ну, найдете, так скажите, на меня сошлитесь, если нет, так старший подойдет. Хорошо, спасибо большое. Разговор у нас был предельно краткий. Павел Иванович пошел нам навстречу, как ни странно. Ну, фильм о жизни колонии, они для зрелищности хотят попробовать снять. Лишь бы хорошо получилось, а там пусть пробуют. Вся жизнь – это ожидание. Не говори. Вся жизнь – это бег с препятствиями. Не-не-не, это ожидание смерти. Чего? Что-то чай в натуре дебильный какой-то. Слушай, вот ты вот покашляешься, я тебе даже новость хорошую не сказал. Да? Да. Мою статью напечатали в газете «Зона». Вау. Это про пластика? Да, про крокодильчика про нашего. Это который вот мне в июне месяце заказывали. Ну, я помню. Только почему-то я пришел туда, спросил, вот как полагается. Дай сюда. Мне сказали, это нильский крокодил. Я пишу, нильский крокодил, загоняю. Мне вычеркивают. Ага, оказалось, Исевский. Нет. Хотя в такой экологии там наверняка уже и динозавры завелись. Короче, я загоняю. Нет.
этот, на английский крокодил, вычеркнули, сверху китайский аллигатор. Ну, китайский аллигатор, да будь хоть и сербский тоже самый, правильно, правильно, все. И мне вчера предъява от этого, от хранителя ботаники. А с чего ради-то он у тебя китайским аллигатором-то стал? В смысле? Мне сказали, я написал, что, откуда я знаю. Может, там знают лучше, чем ты. Ну, я-то, говори, знаю, что ты... Конечно, а, то есть он как крокодил. Бы, да, по цирке он, конечно, ловил вот аллигатора, да. Пока вот их наперецёт, я знаю. Да. Чего только не приходится выслушивать администрации, вот и на этот раз нам понадобилось не что-то, а телега. Мы получили, грубо говоря, добро, и сейчас приступаем уже к исполнению нашего коварного замысла. Что, вот ребят, смотри, давайте трудитесь. Вот смотри, как несправедлив этот мир. Мы, главное, сейчас идем с тобой за какой-то телегой. Да, а вот он, и понимаете ли, идет отдыхать и морально разлагаться. Ну, сейчас настал день моего длительного свидания. То есть я стою на облегченных условиях, то есть и мне положено раз в два месяца видеться с родителями. Сейчас я приду, сразу же буду с бабушкой трындеть просто. Должны были приехать мама и бабушка. Ну, возможно, мама не сможет. Может, приедет только одна бабушка. Но сейчас я приду и увижу. Тем не менее, все равно я буду рад, как бы, хоть кому из них. И сейчас я готовлюсь, уже иду к тому, что меня будет сделать бабушка именно пичканием. Всякой разной вкуснятины. Я уже начинаю слышать ее голос. Сережа, ешь. Сережа, ешь. Сережа, ты покушай хоть что-нибудь. Сережа, ну что, я готовила зря, что ли? А мы сейчас как раз-таки опробуем наш стадикамчик. Да, блин, так-то рассчитывал, что ты поснимаешь на его. Миша, не принарился еще? Нет, это слишком большая, мы ее не возьмем. Вон она. Вот она моя хорошая. Как раз, самый раз, я тебе говорю. Спята. Тебе помочь или сам справишься? Ну все, отлично. Просто я мешать не буду. Так, все ли правильно? Посмотри, кому-то хорошо, кто-то освобождается. Да. Удо, ну. Да, это удошники. Удо, в 3 часа сейчас на них нагонят. Я пойду на КДС, они пойдут домой. Вот видишь, у них это жизнь вообще многогранная. Это жизнь не просто несправедлива. Вы поедете на телеге, чисто по зоне кататься. В обратном направлении, вот все. Согласись, тоже не самый плохой вариант. Ну, в принципе, да. Ясно. Монтаж конструкции закончим. Не, благое дело, черт делаем. Фильм документально снимаем за колонию. То есть, а вот это, таких кадров у нас еще не было. Слушай, его буквально вот придерживаешь пальчик. То есть, все, ну вот. То есть, не держи крепко, не зажимай, а просто вот ее как бы чуть-чуть вообще придерживаешь. Все, ну, в принципе, готово. А сколько время? Ты опоздал на 10 минут. Сколько время? 3:10. 10 минут четвертого? Да. Нет, серьезно. Ну-ка. Все, давайте. Так, что, вот смотри, вот я ее взял вот так вот, да? Вот она стоит вот так вот примерно, да? Тебе не нужно там никакие проверки, никакие зарядки, ни отбой, ни подъем. То есть, можно сказать, ты попадаешь в такую домашнюю атмосферу. Эй! Что это такое? Привет. Вот это милый мой. Привет. Ко мне приходят какие-то светлые мысли, то есть нету этой замкнутости, нету там этой повседневности, рутины. Ну, здесь я еще ни разу не был. 26-ю. Вот комната. Сегодня у нас другая совсем. Ну, вот раз и получше. Вот лично я, когда прихожу туда, у меня сразу же ход мыслей моих меняется в обратную сторону. То есть уже. То есть я действительно начинаю думать так, как я думал на свободе. Ну, как доехала? Ой, да я доехала. Опять навезла всего, да? Ну, как я не привезу? Третий у меня, считай, один. Ну, все, не реви, ну, что ты? Ты что ревешь-то? Жизнь-то. Всем женщинам свойственно нет-нет пускать слезу, что они, собственно, и постоянно делают. Никак, сколько живу, никак не думала, что я попаду в такое учреждение, буду ездить. Подвел маленько немножко, ну, что сделаешь? Видно, Богу угодно. Ну, становится, если честно, не по себе, когда ты, ну, это не описать, она просто чувствовать. Вот, смотри, какие красивые тюльпанчики. Я детям, ты же знаешь, не люблю. Умру, так тогда хоть веник какой-нибудь положить.
Да музыку шансон. Да ты что, я тебе гроб... Ой, гроб. Я тебе памятник поставлю при жизни. Я тебя замазываю. Так и живешь вот от свидания до свидания. А, сейчас КамАЗ еще выезжает. Нам сегодня вообще удача сопутствует. Мы абсолютно фантастическую идею задумали. Мы взяли наш местный автомобиль желтого цвета. Собрали, наконец-то, вот эту вот вещь взяли хорошую тоже. И собираемся снять общий план нашей территории в неподвижном изображении. Движение по территории, как она выглядит. Ну что, пойдем потихонечку. Миша, запись. Только не очень быстро. Конечно, что-то непременно получится. Если не вывалимся сразу, то что-то получится. В целом, я могу сказать, что мой замысел удался, но с оговорочкой. Не, ну за ту запись-то чисто идет. А, сейчас. Ну-ка, покажи. Говорю, она еще хуже получилась вообще. Вот ну-ка, такая покажи вот. Нафиг. Его невозможно держать вот так вот. Не, погоди. Себя и ее одновременно, это невозможно. Но когда я пытался удержать камеру, я понимал, что я не удерживаю себя. Когда я пытался стоять себя, понимал, что я снимаю уже совсем что-то не то. Проще, наверное, его использовать на твердой почве и со своими ногами. Который придумал и имел опустили. А где у нас? Где у нас старший по крокодилу? Не желаете попробовать? Давайте. Александр, по итогам голосования колонии из 80 имен, то имя, которое придумали вы, вышло в финал и победило это имя. Ну и теперь крокодил будет носить имя Лагосик. Ну и вот на память вам, на таком знаменательном событии, вот это будет Лагосик ваш лично. Спасибо большое. Будет жить у вас, как напоминание о том, что вы я были... Я очень рад, что я победил в этом конкурсе. И теперь крокодила будут звать Лагосик, имя, которое придумал я. Спасибо. 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 Так ты знаешь, я только пришел, мне сразу ву, как влетаю, и давай общаться сходу. Я уже в пухах камеру достал, тут же сразу включать. Я сначала и без батарейки начал снимать. Ну как? Успешно? Безуспешно. То есть я вот уже пошел 4-й год, как я сижу, то есть довольно долго уже хожу на эти длительные свидания. Заходить, да, заходить радостно, а выходить наоборот. Действительно уныние, то есть твои родители уходят направо, ты выходишь налево, они выходят на свободу, а ты возвращаешься обратно сюда. Спартак, это я. Здорово, Серега. Привет, здорово. Ну что с ним? Да что, посмотрел я тут, ну... Что, мертвый груз? Попытался его вот это восстановить. В семье своей, когда я рос, когда меня воспитывали, мама, папа, сестры. Ну, так скажем, похабно относился к родственникам своим, так нехорошо, наверное. Ну, и тут уже понял, что, да, самое главное в жизни у человека – это семья. Алина, Олеся, я, Спартак, трое у нас семья. Ну, в общем, да, я бы... Овчинка выделки не стоит, так скажем. Не, его не сделали, Сережа. Ну, ладно. Так что, давай, забирай его. Давай. Ну, стоило попытаться. 8 лет и 2 месяца я ждал УДО, и только после 8 лет и 2 месяца пошел на условно досрочно. Рассмотрели мое дело. Сказали, в принципе, вроде претензий-то нету, можем тебя отпустить, да, как бы. Ну вот есть у тебя маленькая такая ошибка, что не выплатил иск сразу. То есть весь срок не выплачивал, а выплатил только перед сам подачей на УДО. Самая первая вот мысль, что надо быстрее домой сообщать, чтобы меньше переживали. Они же там думают, что меня отпустят. Вот первая мысль такая. А за себя меньше всего почему? Да. Так. Сейчас. Так, извините, мне надо это выйти. Сходи сейчас. Очень срочно.
Все, готово. Давай. Пишем. Александр, здравствуйте. Лигопания К2. Скажите. Ну, вопрос. Ну, как-то само в голову пришло вот это название, имя. Имя назвал. Особо не придумывал ничего. Сразу в голову пришло. А вот подарок, который сделала колония, как вы относитесь к нему? Вы сравнивали уже его с оригиналом? Ну, да, сравнил. Ну, как, похож? Представил, очень похож. Даже по размерам почти одинаковый. Оп. Люди ошибаются, когда превращают потребление крепкого чая как именно атрибут какой-то тюремной культуры. Это не так. Это не так. Везде есть такая необходимость. Напоили меня чифером. Только на тюрьму заехал. Решил попробовать. Пил чифер, да? Я говорю, нет, почему пил? Все, они пацаны сварили. Я как напился его. Все, меня затошнило, голову закружило. Я пал на шканаре, все, лежу. Целый час отходил, не дышать ничего. Вот и конфетки поспели. Ты рассказываешь за это? Как я первый раз попил чиферу. Как ты первый раз попил чиферу? Ну, еще на СИЗО, да, напоили. Ну что ж, мы поздравляем вас как победителя. То есть спасибо вам за столь чудесное имя нашего крокодила. Он останется в памяти нашей колонии. Спасибо. Спасибо. Ставь-ка, короче, в наш диалог пару, короче, слов, что ты думаешь о культуре потребления чая. Именно крепкого чая в колонии. Да, вот мы сейчас о крепком чае говорим. Нет, крепкого чая сейчас не выдерживаю такие традиции. Какие традиции? Крепкого чая. Чайную церемонию саму. Саму чай. Ты не погань, не надо поганить чай. Вот этой тюремной атрибутикой чайную церемонию восточную. Нет. Это вообще, вот это рядом не стояло. Так это потому, что люди так преподносят ее. Так пускай они и преподносят, оставим это на их совести. Вы что, началось его? Чай для чего вообще? Вот это по кругу пускается. Ты знаешь, для чего? Для единения. А? Как бы символ единения. Да. Ты произнес просто наш диалог, действительно. Круто. Дистанционный формат. Сейчас мы это самое, Павел, и сделаем. Точно. Я бы поучаствовал, например, в какой-то японской или в японской, да? А знаешь, как это сложно? Тюремные условия. Нет, вообще именно, как тебе нравится вообще крепкий чай? Некоторые дебилы ставят из этого, из потребления чая, какой-то культ. А мне, не знаю, мне вот этот чай просто помогает, жизненные силы поддерживать в тонусе. Можно это обставить, как бы все красиво сделать. Вот, например, я, насколько представляю, когда вот я все-таки когда-нибудь стану свободным человеком, что если приглашу девушку на чай, не для того, чтобы забухать или что-то еще, на чай. Действительно, там включить красивую музыку, например, там, накрыть аккуратно стол, там какие-то блюдца, там, конфетинцы. Тортик. Какой хороший. Кстати, да. Да нет, ну в сложившихся условиях мы радуем себя тем, что мы имеем. Настроение себе тонус надо поднять. Я выпью сейчас кружечку вот такой дряни, мне отлично будет. Сейчас кружка. Расплавится. На полотенце не капает, а пошьешь. Пробуй. Ну, кошку до бассейна надо догнать, присесть куда-то. Ну, ты хлестани как бы на дорожку. Поедешь? Присаживайся. Да? А я постою. Я молодой, я постою. Не, ладно, я здесь. Ева, вот это так действительно что-то напоминает. Ой, по-моему, удалось. Здравствуйте, в эфире новости ИК-2, и я их ведущий Федоров Михаил. У него не было даже имени, когда он попал на ИК-2. Зона дала ему дом, имя, еду. Еще совсем юный, но уже звезда местных теленовостей. В ботаническом саду нашей колонии состоялось вручение деревянного крокодила телезрителю, который по итогам голосования победил в конкурсе на самое интересное имя для нашего талисмана. Смотрим. Александр, здравствуйте. Лигопания ИК-2. Скажите, ваше имя, которое вы придумали для крокодила, оно победило среди 80 других имен. Угу. Что вы по этому поводу чувствуете? Какую-то радость, может быть? Не думал, что у вас когда-то появится. С вами были новости ИК-2.
Не забывайте, минутное удовольствие влечет за собой долгое страдание. Счастливо! Время как бы пройдет. Освобожусь, там все наладится. Ну что, братан, как же духа-то у тебя, брат? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы в тюрьму не попало. Я всегда бываю прав, но никто меня не слушает. Когда ты бываешь прав? Я всегда бываю прав. Ты никогда не бываешь прав. Идти дворником работать, когда сидел 10 лет, как бы, ну... Да, лучше один раз услышать. Неспроста я сюда попал вообще. В исправительную колонию номер 2. Ну смотри, тут-то придет.